Да. Немножко улучшили мы флотик, это видишь, 25-й уже у меня уровень там его. Денежка закончилась, зараза. Вообще что-нибудь еще можем улучшить? Броню хоть можем поставить более топовую? О, броньку можем поставить получше. Погоди, а чем эта бронька отличается? Блин, долбанный миссил клик. Да, там везде цинси стоит. Roger. Your orders. Waiting on you. Так, ну здесь, наверное, тоже надо его поставить. Так, надо тут также пушки еще до 5 уровня. О, блин, сколько чтоб геморрой-то еще. Жесть какая. Ну, а прочность пишется. Так, немножко модернизации покажу, все же таки. То есть да, я потихонечку модернизирую. Так, вот здесь надо по-любому, во-первых, мне этот синий ставить. Это непременная хреновина. Корабли будут еще что, звездюлей-то в первых залпах получать. Так, здесь тоже меняем. Так, наверное, надо было улучшить некоторые другие корабли. Здесь оружие было улучшить. Вот это я скажу точно. Ship completed. Your orders. Ready. Имеет смысл улучшать. Standing by. Я вот лично что-то сомневаюсь. Это же обычные линкоры. Но хотя, в принципе, броню на них поставить. Ну да, в принципе, а в них ничего больше и не влезть нафиг. И у меня деньги закончились. А, сейчас посмотрим. Ого. Еще на один кораблик. О! Предел просто я. Еще не хочу заморачиваться с этими кораблями. Они, к сожалению, довольно ущербные на данный момент. Так, ладно. Вот элитный я тоже немного проапгрейдил. Standing by. Waiting on you. Reporting. Ужас-то какой.
Не, ну тут надо всякое будет что-то с ними делать. Что это корабль, эти два флота последних у меня, мягко сказать, говнецо. Да, кстати, у меня уже доступны вот эти задания. Я подожду, пока там проапгрейдится наша штучка-дрючка. Возможно, вечером я это задание приму. Либо завтра посмотрим еще. Так. Ой, пока меня здесь не было, они что-то разлетались. Совсем страх потеряли. Так, ну на меня пока никто вроде нападать не должен и не может. Там после какого? После 50 уровня базы только могут нападать. Все правильно помню. Ой, помню. Понял, блин. Читал я на форуме. Кстати, надо спросить. Так, все. Roger. Roger. Standing ready. Attack. Roger that. Where to? Fire at will. Your orders. Так мало заработал и... А, он напал на этот, скорее всего, да? Да, я ж забыл. Но пишет, якобы может, и я думаю, лучше не стоит. Давно так, второй еще хуже. We have a target. Copy that.
Кипарим. Мне сейчас главное самое прокачать здесь немного героя, чего я вот добиваюсь. Потом уже пойду воевать. Чтобы у меня было преимущество побольше. Пиалька. Так, куда бы мне тобой наброситься? Откуда он, может, и сделал бы. Боюсь, пока его отправлять куда. Standing by. Lock and load. Cargo at capacity. Online. Cargo is... Да давайте же быстрее, ну вот. Так, давай 25-го попробуем. Килл немножко по щам-то получил.
Ну, не до конца проугрейджу. Пока все хорошо. Не видно ничего. Ладно, пошли поставки попинаем, а то что-то непонятки какие-то с этими поставками. Не поставки, поставки, поставки. Что это поставляет? Не могу въехать. Только тебе там еще ремкаться-то. Ну так, недолго. Недолговатенько. Сомневался. Там у них с поставками-то такая бешеная беда какая-то. Никак не могу въехать. Да, сначала надо грузовичку будет хорошо все подрихтовать. Стандартная практика любой стратегии. Я просто вижу здесь целую тонну поставок. Я не знаю, это о чем мне радоваться, грустить. Я вообще, блин, почкованием заняться. Не могу. А, скорее всего, какое-то задание началось, да? Сколько у нас там? Ну, два лямчика, это хорошо. Так, ты у нас тоже на ремонте. Отлично. Так, я на паузу. Сейчас поколдую немного с модернизацией и вернусь. Так, ну немножко опять проугрейдились. Горцуем опять по новой. Смотрите, что у нас тут как. Я не понял. Поместим. Странно здесь это все. А, я немного основной флот проштамповал, главный корабль. Your orders. Awaiting orders. Сзади составить сейчас. А, не нужен, да. Основной флот, вроде у меня там гладисы стоят. Надо будет проверить его в бою. Посмотрим, как они воюют, эти гладисы. Попадают ли они вообще, в принципе. Здесь у меня стоят лазерные пушки на троих, я посмотрел. Но они там стоят с усилителем дальности. Давай-ка посмотрим, как у нас централочка будет бить. Вот этот вот чудик. Самый дальний, в принципе.
Ой, до этого даже не было. Так. Где наше грузовое чудо? По двадцаточку. Что-то. Здесь, конечно, у меня идея, как вообще здесь с противником сражаться. Я вернулся. Знаете, вот мне нравится, когда люди играют в пиратки, спрашивают меня, как пример установить там то-то, то-то. Слушайте, без понятия и даже узнавать не собираюсь. В пиратки не играю. Достали уже, блин. Может, по интернету поискать, там всякая информация будет. Как правило, я устанавливаю все со Стима. Или со форума. Так, это мне не надо, вот беги. Не хочу на него нападать почему-то. Даже не знаю почему. Что такое плохое ощущение. Так, где тут нормальные флоты-то? Да, кстати, 25-й это должен спокойно одолевать, кстати говоря. Что давай иди. Я что немного тебя пролгрейдил. Надо там вот правда до конца доделать. Попался. Вкусняшка. На лямчик. В принципе, если еще пройду одну вот эту ерунду, у меня будет еще один флот хороший. Я вот думаю просто, что будет выгоднее. В принципе, так примерно прикинуть, скорее всего, будет выгоднее иметь два боевых нормальных флота. Чтобы можно было защищать. Остальные все такие полудохлые. Нет, что-то насчет поставок какая-то беда прям бешеная. Че их так дофига-то? Хотя в них и антиматерия есть, а мне задание сегодня антиматерии собрать. Может и сделаем. Как раз я еще смогу два флота себе собрать, если эти задания выполню.
То есть у меня будет все по пределу, в принципе. Ну, два флота там, да, конечно. До конца уж получай. Совсем расслабился. Работает ли оно? Погоди, там два корабля летят, зараза. Давай, давай, обгоняй их. Повредить 25-й смогли, серьезно? Ой, как все печально. Хорошо, ему там напихали, смотри. Нет, в принципе, здесь есть выбор, да. Либо вы атакуете цели, которые очень богаты и дают много ресурсов, либо атакуете цели поменьше, которые дают меньше ресурсов, но тут которых не требуется практически никакого ремонта. Ай, на ремонт точнее, не на пенсию. До этого он вообще никак не повреждался, а сейчас решил повредиться. Видно, повредился головой. Вот это уже очень странно. Я уже что-то путаю просто здесь. Тоже вполне возможно. Но хотя вроде бы нет. Ну ладно. Возможно, что-то где-то как-то пошло не так.
Cargo is full. Collecting cargo. Standing ready. No more cargo. Affirmative. Так, ладно, тогда собираемся сейчас на базу. Мне это все как-то не нравится. Что они там делают? Посмотрим, сколько будет стоить ремонт элитного. Не совсем понятно. А, ну, в принципе, мы деньжат хорошо насобирали. Правда, все равно это как-то странно, как-то их повредить так умудрились. Так, сколько грузовых будет ремонтироваться? Нет, сначала элитка. Он недолго, это понятно. Это хорошо. Так, ладно, народ. Я на этом, пожалуй, серию закончу. Сейчас продолжу апгрейды. Говорят, на следующей серии уже попремся выполнять задания. Надо бы еще один флот сделать хороший. Всем удачи, всем пока.